Всем Привет. привет! Сегодня сладкий мукбанг. Сделали кофе. Только у меня что-то уже опало все. Размешаю тоже. Сейчас. Тебе размешать? Давай сама. У нас здесь ломтики киндер 11 штук. Всем, кто кушает вместе с нами, приятного аппетита. Давно ждали Лиану. И она скринила вопросы, какие нашла. Будем кушать, отвечать на вопросы. Так, откроем первый ломтик. У нас здесь все одинаковые. Я думала еще взять шоколадину, но что-то передумала. Ты маленькую порцию кофе сделала, Да. Такой у нас сладкий завтрак. да? Прикольно, да? Это мой самый любимый ломтик из всех, что я пробовала от Киндер. Они мне нравятся, но мне не нравится вкус молока, меда. Мне нравится сам привкус. Они вроде все медовые, да, идут? Вчера вечером согласилась сниматься на канал, утром я об этом пожалела. Потому что мы допоздна гуляли на улице. До скольки? До трех. В 3 утра мы легли. Я звонила с Даляной сегодня утром. А время сейчас сколько? Так, сейчас скажу. 10 утра. Много уже достаточно. Я уже давно не сплю. А ты меня разбудила в 9, да? Еще мы вместе с вами сегодня распакуем классную посылку пижам шелковых. Очень крутого Да, качества. мне Снежуля подарила пижамку. Так что приятного просмотра. Давайте вместе распакуем посылку с сайта Тикитекс. Вот такое нижнее белье. Очень приятный цвет. Качество очень мягкое. Пижамки пришли в красивых косметичках с замком, которые также можно использовать после. Все вещи очень качественно сшиты. Это раздел Hot Story. Пижамы, нижнее белье. Также у меня от этой фирмы есть костюм небесно-голубого цвета. Вы могли видеть его в прошлых распаковках. Мне тоже он очень сильно нравится. На сайте очень удобная размерная сетка. По своим меркам вы легко подберете себе размер. И вам точно подойдет. На сайте Tikitex большой выбор одежды. Также для детей. Для мужчин, для женщин. Обязательно заходите и смотрите. Очень быстрый ответ менеджеров и также быстрая доставка, что немаловажно. Ну, кстати, прикольный, да? Но сегодня она вчера меня спрашивала, что будем снимать. Я говорю, только давай ничего не соленое. У нас завтрак сладкое есть, вообще не могу. Никак, ты тоже? Ну да. Я могу там яичницу, бутерброд. Хотя раньше я ела всегда сладости на завтрак, и для меня было это нормально. Теперь надо что-то сытное, калорийное и соленое. Ты предлагала еще сегодня бутерброды с икрой? С икрой, да, хотела я. И с карбонатом. А еще был вариант торт Наполеон с черешней. Угу. Он был в магазине. Я боялась, что он Мне будет сухой. кажется, он был. Ну. В магазине магазине, торт да. такой себе. Сейчас доем первый ломтик, будем вопрос читать. Пипец, если бы она меня не разбудила, я бы проспала до обеда. Мы сегодня тоже, ой, вчера ходили гулять, но наша прогулка закончилась в 8 вечера. А Лиана, еще сестра, моя гуляли дальше. Кстати, сестра меня вчера покрасила, Кристина. У меня новый цвет волос, как вам? Пишите. Так, вопросики. Очень много вопросов. Так, начнем. Анастасия пишет. Снежана, приятного аппетита. Анастасия, большой тебе привет. Такой интересный вопрос задала. Снежана, вопрос. Какие самые смешные новогодние обещания вам приходилось давать самому себе? У меня, знаете, были не обещания. Я недавно кто-то рассказывала, может, кто-то пропустил, что я нашла свой блокнот. Наверное, это был 21-й год, блокнот. И цели. Там список. Я выполнила из 15 целей, может, 2. Вы прикиньте, как мало. Значит, такие цели были. На Новый год я, знаете, не обещание сдаю, а желание загадываю. Я тоже. Даже не помню. Сейчас вспомнить, какое желание было на прошлый год. Говорят, значит, исполнилось. Да нет, наверное, было не такое существенное. Поделилась с Васькой ломтиком. А, боль?
Ты себе какие давала обещания? Да? Такие прям обещания не было. Я ставила цели, я сейчас обычно ставлю цели, какие покупки я хочу совершить. Вот такие цели сейчас я себе ставлю. Кстати, о покупках. Кофе теперь я пью только у Снежаны. У Лянков машина сломалась. Да, она больше не варит ни кофе, не промывает. Гарантия прошла, она теперь будет ее в сервисный центр вести. Честно, сказать, что я расстроена, ничего не сказать. Но знаете, это сила мысли. Снежана купила машину кофе, машину Кости на день рождения. Я говорю, мне моя вообще не нравится. В следующий раз я возьму такое. Хотела, получила. Прикинь, какая у тебя сила мысли сильная. Это ужас. Мы как сегодня, говорят, кстати, бойся своих желаний. Да, мы сегодня, кстати, еще идем в гости на шашлычки к сестренке. Там будут детки, кстати, Лёве будет очень интересно. Погода не очень сегодня. Ветер очень холодный. Там мы будем делать шашлыки. Если я не ошибаюсь, мы вчера спорили, что готовить плов, лагман, либо уху из красной рыбы. Я хочу лагман. Я давно не ела вкусный лагман. Ой, ну, честно, выглядит очень красиво эти ломтики. Это бисквит. Так вкусно не делают. Я видела в интернете рецепт. Мы наложили Ваське есть, орёт не переставая. Хотя утром кушали они. Не кошки, а звери. Так, следующая. Юлия Воробьёва, большой тебе привет. Она предлагала снять торт-мороженое. Но так как мы недавно болели, я думаю... И до сих пор голову не восстановилась. Да, мне кто-то написали, Снежана, ты куришь? Я не курю. Это просто какая-то болезнь. Мы очень сильно заболели. И уже антибиотики пили, и я эту микстуру уже видеть не могу, потому что горло не восстанавливается вообще. Сейчас ходит какое-то вирусное... Как-то вирусное, как? Даже тебе сказать? Инфекция? Да, инфекция. Очень все болеют. Так что берегите здоровье. Лилия Ахметшина. Лилия, большой тебе привет. Смогли ли вы прожить наше время без гаджетов и как долго? Дня. Нет, я бы не смогла, мы просто к этому уже все привыкли. Я вот честно скажу, я не смогу. Представь, тебе предложат какую-то определенную сумму денег. Да не знаю, я зависима очень от телефона. От телевизора нет, я независима. Я про телефон не вспоминаю, когда чем-то интересным занят. Или я работаю. Да. Ну еще бы ты работала в телефоне сняла. Так, Джейн Блэк, большой тебе привет. Вопрос для видео с Лианой. Если бы вдвоем влюбились в одного человека, а он, например, любил одну из вас и хотел на ней жениться, смогли бы вы отпустить любимого человека ради сестры? И как бы вы потом общались? Было ли такое, что ревновали друг друга, так понимаю, к парню? Ну, я вообще-то за взаимную любовь. И мне кажется, если бы ты кого-то полюбила, и мне этот человек нравился, а он ответил тебе взаимностью, я бы помешать не стала. Но это бред. Потому что любить в одни ворота... Нет, мы не были в такой ситуации, так что здесь, Лен... Нет, любить в одни ворота — это не наш вариант, согласись. У нас разные вкусы, я уже отвечала. Нам никогда не нравился один тип мужчин. Актеры у нас схожи. Актеры у нас схожие вкусы. Ну так влюбиться, я не могу вообще сказать, что так можно. Я вот боюсь, за стаканами, наверное, нас не видно. Я только сейчас это поняла. Ну ладно. Я третий ем, а ты... Доедаю третий. А, если бы такая ситуация была, я не могу... Я, вы знаете, сейчас скажу, да, я бы отпустила. А я, кстати, фильм такой класс смотрела. Две сестры, одна встречается с парнем-близняшки, и вторая ей говорит, а я уведу у тебя твоего парня, типа он женится на мне. Она говорит, как ты это так сделаешь, ты серьезно? Она говорит, да, и увела. Я смотрела, ты мне рекомендовала. Кстати, ты можешь сейчас еще сказать, я не забуду, я оставлю вам картинку. И не вставлю, да? Обычно, кстати, я тоже такое не люблю, я вижу комментарии, там Снежана обещает, но никогда так не делать. Нет, она, кстати, иногда выполняет. Нет, знаете, иногда бывает такое, что я монтирую с Левой вместе, когда он не спит, а бодрствует, и я за ним одновременно смотрю. И моменты бывают, когда надо вставить картинку, и я смотрю на него и забываюсь. Извините. А фильм я не помню, как это назывался. Если найду, я скажу. Классный фильм, кстати. Сказка, конечно. В этих батончиках все ломтиках. Все вкусно. Но когда ни одного вкуса, да, приедается, когда кушаешь. Кстати, у меня вкус. Мы вчера видели, что в Пятерке продается спайка из 5 штук. Не знаю, может, по акции. Просто акцию устроили. Может, срок выходит. Но как это было, мороженое или что? Я просто удивилась в цене.
5 штук 213 рублей. Еще, но это не эти ломтики были. Это, наверное, были в шоколаде и в орешках. Вот, надо было разнообразить им. Нет, но в следующий раз мы точно сладкие бумаги. Я не в пятерочке покупала. Мы точно в следующий раз сладкие бумаги снимать не будем. А вообще напишите, да, какую идею мукбанка, и мы снимем именно это. Комментарий, который будет за лайком. Они же пишут сладости. Пишут мороженое, снимите. Mm-mm. Мороженое однозначно нет. Горло. А Кишар пишет: Снежана, привет, тогда с Лианой мукбанк очень бы хотелось. Большой тебе привет, вот. Лиана. Тут. Я до сих пор по ночам просыпаюсь от того, что кашель, и этот, ну, невозможно спать. Так что мороженое, хотя мы мороженое вчера кушали. А, мы мороженое вчера ели, да. Обманываем вас, говорим, не будем есть, над горло болит. Одну половинку. Наташа пишет. Серебренникова. Наташа, большой тебе привет. Привет. Ругаетесь ли вы матом при друг друге, сестрой, с мужем, друзьями? Да. Бывает. Но не так, знаете, слово через слово. И когда я, например, могу быть зла или что-то, я могу что-то такое сказать. Или удариться, когда могу. Ну, а чтобы в речь разговорной... Ударить? Кого? Ударить ногу, например. Я же все углы по квартире собираю, у меня все ноги в синяках. А так в разговорной речи, чтобы прям сидеть, мне кажется, нет. И разговаривать... Ну, здесь вода есть, да? Да, надо внизу еще вода я приготовила. А мне кажется, у тебя тоже такого, Лиан, нет. Я тоже согласна. Но если я злая, или меня что-то взбесило, я могу ругнуться. Именно в разговорной речи употреблять матные слова. Нет, мне не очень нравится, знаете, мне сразу слух режет. Это когда мы были на детской площадке, у меня уши завяли, я сидела и думала, господи. Ну это дети ругались. Это плохо. Это ужас. Со стороны, конечно, это смотрится очень красиво. Так что не ругайтесь. Валерия, большой тебе привет. Если по вашим венам текла не кровь, а музыка, то какая песня это была бы? Какая песня? Ой, вчера мы столько песен слушали. Знаете, мне в последнее время только вот Лиана мне показала песню. Филипп Киркоров и Астя. И Астя. Мне тут песня так нравится, я могу ее какая? Целыми днями слушать. А, это которая у них дуэтом? Да. Не просто плачь, моя милая. Да, а просто у меня сейчас, я когда убираюсь дома, я все время слушаю почему-то именно Астя. По барам ее последняя песня вышла. Ну, класс. Не знаю, мне вот эта песня играет. А я еще, кстати, Басту люблю сейчас. Я просто говорю, Алис, включи музыку, она включает ее все подряд. Если мне не нравится, в основном всегда говорю, переключи. А у тебя какая играет? По барам? Асте? У нас одна и та же? Вы знаете, сейчас вы меня спрашиваете, а вчера мы были около воды, Волги. И там была компания людей, которые слушали песни. Это ты весь старый? Нет, они... Я не могу даже сказать, не пошлые. Ну, короче, песни были вообще, я их даже не слышала ни разу. И у меня почему-то песни по ресторанам играют. Я не помню, она играла там тогда или нет. Но было, там люди, так, там люди так отдыхали круто, вообще. Ну, конечно, так долго гулять и не спать, это очень тяжело, потому что я офигела завтра понедельник. Да, надо работать. Мы завтра уже работаем. У нас, кстати, сегодня в городе... Ой, я микрофон... Сабантуй. А мы не пошли. Угу. Ну ладно, мы отдохнем. Хотя каждый год ходили в природе. С близкими. Ира, она пишет. Привет. Большой тебе привет. Часто видим от тебя в комментариях. Когда хотите начать водить Леву в садик? Вот, кстати, про садик вопрос. Мы ходили в садик, взяли заявление на сентябрь. Но я не верю, да? Я не верю, что он пойдет. Даже если мы сходим, например, мне не понравится, думаю, ну, мы разговаривали с Костей о том, что просто за сохранение места, слышу, что многие год платят просто, ребенок не ходит, чтобы не терять место, потому что в сентябре ему будет год и три, а если подождать год, там, может, два и три будет, это уже, как по мне, много. Конечно, в идеале год и пять, и год и восемь отправить, ну, вот так получается. Мне кажется, ему понравится. Когда он с детками, он вообще меняется. Я вообще не представляю, как я смогу доверить незнакомым людям. Меня прям передергивает. Страшно. Все будет хорошо, не переживай. Я, если честно, безумно объелась. Сколько мы съели? Этих батончиков. А ты только 3 съела? Я съела 4. Ты будешь еще? Давай бери. Я не могу. Давай не планим со мной. Я потом на них смотреть не смогу. Ну, они, кстати, легкие. А, вот это из-за того, что
тонкий бисквит и вот этот молочный ломтик. С чего сделан? Мне просто интересно по составу. Там вроде хороший состав, но большой. Насчет левого на день рождения уже все решилось. В следующем видео все вам расскажу. Может, в следующем видео я снова буду, и мы сделаем... Поговорим про день рождения. Да, и будет не сладкий мукбанг. Напишите идеи. Просто я думала сделать стрипсы или наггетсы самим в духовке. Потом у меня была идея сделать какую-то... Стрипсы можно самим на самом деле. Какую-то запеканку. Вот именно я картофельную делала дома. Угу. Безумно, кстати, вкусно. Где много сыра. Пасту, выпечку вообще не хочется, да? Сейчас постоянно паста. Кстати, болоньезу у нас ни разу не было, так что мы вдвоем сняли. Хотя я очень люблю. Очень удобно кушать. Болоньезу люблю. Напишите, может быть, мы завтра снимем, да? Не забывайте, да, что у Лианы есть канал. Который я забросила. Я говорю, возвращайся, но она с клиентами много работает. Так что и простительно. Нет, просто на... Вот знаете, да? Ладно, еще мукбанг, да, снимать. Когда снимаешь рецепт, у меня не хватает терпения. Потому что камеру надо постоянно переключать, чтобы память на телефоне не запомнилась. А у меня на телефоне памяти вообще нет. Тоже заканчивается. Мне на твой телефон надо снимать. И, кстати, ты говорила, что тебе включили монетизацию? Да. Мы все как не займемся и не отправим письмо в Google. Надо сегодня все сделать. Уже включили монетизацию, наверное, месяца 2-3 надо. А мы все никак не напишем в Google. Сейчас не знаю, что такая обстановка вообще. Подключит монетизацию или нет? Сегодня попробуем, потому что должно прийти письмо. Я помню, как мы ждали это письмо от Google с код-паролем. Кстати, вчера мне пришло предложение о сотрудничестве. Я чуть не прошла по ссылке, а сегодня утром захожу, написано, это мошенники. Письмо, говорит, красным цветом. Если я бы прошла по ссылке, что бы было? Меня бы взломали? Скорее всего, да. Все, будем прощаться? Да. Кстати, как будто не поболтали еще. Ну ладно, в следующем видео надо что-то взять другое. Да, сладкое больше не хочется вообще. Спасибо, что были сегодня с нами. Обязательно заходите на сайт Tikitex. Пижамки просто прелесть. Вообще. Кстати, на я лето. Уже ходила в ней дома. Она такая, холодит. Она такая, да, холодит. И вот именно для жары, хотя сейчас такое время жары нету, она просто идеальна. Так что обязательно заходите. Там есть еще шортиками, короткие, с топиками. Может, в следующий раз мы и их вам покажем на распаковке. Ну что, всем пока. До новых встреч.